Первый паспорт в руках – будущее впереди. Доброй традицией становится церемония вручения паспортов. На этот раз 12 молодых людей из рук главы городского округа Щелково Сергея Горелова получили главный документ в администрации округа. Вы, получая этот паспорт, всегда должны помнить, что вы граждане огромной, сильной страны, страны с многовековой историей, страны с разными религиями, страны многонациональной, в которой каждый трудится, живет на благо всех граждан. Уже сейчас эти молодые люди, юные жители округа, понимают, паспорт не просто документ, подтверждающий личность, это особая ответственность. А что паспорт значит вообще для человека? Твой первый паспорт, для тебя что значит? Ну, что я стала гражданином России полноценным. Теперь я несу ответственность официально за свои действия, должна более ответственно подходить к своим каким-то поступкам. Практически все ребята этот момент назвали важным этапом в жизни. Отчасти именно торжественное вручение придает особый смысл. Такое не забывается никогда. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.